и терпением народу дарит вдохновение. На труд, на подвиг, на успех, кто людям дарит свет и смех, сегодня им положены награды для этой замечательной бригады. Добрый день, дорогие друзья! Как приятно видеть в этом зале столько творческих, целеустремленных и преданных своему делу людей. Вы – люди, которые делают каждый наш день ярче, наполняя жизнь окружающих смыслом и позитивом. Вы – люди, которые всегда молоды душой. Вы по праву можете гордиться своими успехами и достижениями, как и мы. И именно вы достойны сегодня громких аплодисментов. С праздником, дорогие наши работники культуры! Работник культуры. Невозможно вообразить любой праздник без организаторских действий работников культуры. Еще раз аплодисменты вам, дорогие друзья. День работника культуры вошел в список профессиональных праздников России не случайно. Такая возможность праздновать вместе творческим людям единый праздник появилась благодаря их большому вкладу в развитие своей Родины. Каждый из вас сеет разумное, доброе и вечное. Так, за высокий профессионализм, большой личный вклад в сохранение и развитие культурных традиций на территории Советского городского округа и в связи с празднованием Дня работника культуры России грамотами главы администрации Советского городского округа награждаются ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Рудмана Разумеечик Людмила Петровна. Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Рудмана Ленкитити Наталья Бенюо. Преподаватель детской школы искусств города Советска Сафронова Анна Аркадьевна. Преподаватель, концертмейстер детской школы искусств города Советска, Бурецкая Людмила Владимировна. Преподаватель детской школы искусств города Советска, Шурпа Юлия Алексеевна. Звукорежиссер Центра культуры и досуга «Парус» Гаршин Александр Сергеевич. Оркестра народных инструментов Центра культуры и досуга «Парус» Никулин Юрий Владимирович. Кузнецова Юлия Николаевна. Концертмейстер, аранжировщик оркестра народных инструментов Центра культуры и досуга «Парус» Горбунов Валерий Мартемьянович. Thank you.
Тилзерс, Центра культуры и досуга «Парус», Кириченков Александр Вячеславович. Музейно-образовательной деятельности Музея истории города Советска. Чубун Алла Петровна. Города. К вам обращены слова благодарности. Мы приглашаем на сцену директора Центра культуры и досуга «Парус» Симон Ларису Геннадьевну. Безусловно, мы чествуем сегодня работников культуры, поздравляем. Но от лица культуры хотелось бы выразить благодарность тем, кого сейчас не наградили еще грамотами. И те, кто является нашими постоянными друзьями, партнерами, помощниками. Те, в общем-то, без помощи которых мы не обходимся. Благодарственное письмо вручается индивидуальному предпринимателю Ольге Владимировне Перегиной. Вот когда сами предприниматели не могут прибыть, хотя приглашены, благодарственное письмо вручается директору советского филиала банка «Энерготрансбанк» Полотину Сергею Гавриловичу.